что здесь все играют совершенно по-разному. Здесь каждый день что-то новое. Я прервусь, тут опасная атака торпеда, передачи, и, наверное, сейчас будет гол. Да, он следует, открывают счет гости. Игорь Лебеденко открывает счет в нашем матче. Шла, наверное, четвертая или пятая минута. Быстрый гол автозаводцев. Резвое начало. И действительно сейчас еще интереснее наверняка будет матч. Смотрим, здесь остался без прикрытия Артем Самсонов. Вот как раз и Самсонов действует. Да, и Александр Рязанцев совсем не спеша идет к угловому флажку. И вряд ли сейчас будет подача. Разыграют они мяч. Да, подавать там и не на кого. По большому-то счету. Да, действительно, разыграли. Ох, Александр, как здорово. Рязанцев оказывается на ударной позиции. Удар и 2-0. Ну и вот устанавливает точку Александр Рязанцев в этом матче. Понятно, кто сегодня побеждает. Побеждает московская торпеда. Счет 2-0. И радуются все футболисты. Радуется тренерский штаб, запасные. Но действительно заслуженная победа московской команды. Поспешили болельщики с трибун. Да, все стало ясно, действительно. Казалось бы, ничто не предвещало беды. Все думали, а вот сейчас торпедовцы будут тянуть время, не пойдут они вперед. Они в итоге сыграли очень хитро. Рязанцев ворвался в штрафную и великолепным ударом в дальний угол сделал счет 2-0. Это ли не мастерство? Вот теперь мы видим, почему торпеда...